Всем привет! Вы на канале. Всем привет! Всем привет! Вы на канале Маша Машуня и Ленечка Юля. Кто забыл? Слайм уже не любят. Понимаете, я подкатала рукава после того видео, что на меня слайм напал. Так. Всем привет. Всем привет. Вы на канале. Ну, мама! Всем привет. Вы поняли, что вы уже на канале Маша, Машуня и Ленечка Юля. Вы поняли, что меня не любят слаймы. Как-то я уже смешивала слаймы, лизуны, но я не но я не решила добавить в тот слайм желтые, зеленые слаймы. Ну, точнее, лизуны. Ну, и сегодня будем их смешивать. Пошла я отмываться. Так, и начинаем добавлять. Здесь, конечно, их не сильно много. И первый слайм у нас будет ниндзя-слайм. Вот такой. Ну, что я тебе буду заказать. Ну, сейчас это будет надолго, ребят. Потому что банк вообще неудобный. Выпрыскивайся. Ладно. Камера трясется, поэтому мне ничего не вытащится. Ненавижу такие баночки. Вот такие я. Вытаскивайся! Ну ты чё? Надоел. Надоел слайм такой. Прошло 100 лет. Маша вытаскивает слайм. Добавляем дальше зеленый. Еще один. Это я покупала. Этот слайм я покупала. И он вообще был, ребят, изначально вот такого. О, нет. Вот такого цвета. Ну а потом как-то эта краска слилась, и он стал таким. Я не знаю, для чего, но вы просто, вы посмотрите на этот. И это я сама добавила блестки, там вообще ничего не было, он был, ну, прозрачный. Вот такого цвета, вот такой же прям слайм. Так, дальше. Желтый. Как банка выкатилась. Дальше, зеленый. О, воняет. Так, еще один зеленый. У меня здесь реально очень много зеленых. Так, вот такой. Этот у нас будет маленький слаймик. Ну что, смешиваем. Так, начинаем смешивать. По-моему, это получится что-то не то, поэтому я сразу добавляю зубную пасту. Ой, что так много, ну ладно, ничего. Сразу заранее у нас будет он крутым. Вот так делаете, и реально замешивается круто так. Он кусочками делается, и тогда все получается. А, паста сильно мятная, мне жжет руки. И повторяю, это все лизуны покупные. То есть здесь нет самодельных, вообще нету. Ну, есть немного переделанные мной. Ну, как переделанные? Блестки добавленные. А так это все покупные. Немного воняет зубной пастой, потому что очень сильно какой-то освежающий слаймик. Ладно, ребят, я, наверное, замешаю сейчас все и покажу вам, что получится. Ну вот, ребята, что получилось. Этот слайм меня больше радует. Ну, этот лизун меня больше радует. Цвет вообще крутой. Вау, мне нравится. Руки еще пока что в зубной пасте. Ну вот такой слайм получился. Всем пока, спасибо, что посмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, всех люблю. Подписывайтесь на канал. Пока!